общем-то, кто-то просил туториал на мой макияж. Я не знаю, зачем вам это, но в любом случае мы начинаем. Что мы делаем? Мы берем вот такой консилер в 322 оттенке. Берем его и наносим сюда, 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 сюда. Рядом с носом. Вот так. Теперь влажным спонжем тушуем это все. Следующим у нас идет вот такой стик для контуринга. Я его наношу на скулы, на челюсть, на губы, на нос и на лоб. И точно так же тушуем его. Теперь я снова беру консилер и наношу его таким восклицательным знаком на нос и также на вот эти участки. И снова тушую. Теперь у нас идут кремовые румяна. Их таким образом наношу на спонж и переношу на кожу. Я их наношу на щечки, на глаза и на подбородок. Брови в последнее время я вообще не трогаю, только немного расчесываю и оставляю вот так. Хотя раньше я каждый день их красила. Теперь самый ответственный момент. Я беру подводку и начинаю рисовать стрелки. На самом деле у меня нет никакой определенной техники. Я каждый раз делаю их, не знаю, на рандом. В последнее время я поняла очень важную вещь. Нужно сравнивать не стрелки, а форму глаз. Вот сейчас я вижу, что у меня этот глаз отличается от этого, поэтому я буду исправлять. Я раньше очень сильно переживала, что вот я сейчас там сделаю какие-то неровные стрелки, все на меня будут смотреть, осуждать меня мысленно. Всем все равно, никто не рассматривает мои стрелки, и вообще их даже не видно за ресницами почти. Вот, кстати, о ресницах. У меня вот такая тушь, моя новая любимая. Я ее показывала уже в одном из прошлых видео, она очень классная. Сейчас будем красить ресницами. Ну, собственно, все, как я прогнозировала, их не видно за ресницами, поэтому... Все супер. Теперь моя самая любимая часть любого макияжа — это губы. Я беру вот такой карандаш пупа в 0,4 оттенке и прохожусь по контуру. После этого я беру свое недавнее приобретение — помаду Clinique Pink Honey. Она очень симпатичная. И на выходе у нас получается что-то такое. Так, обзор на содержимое моих карманов. Первый карман, два крема L'Occitane и мини-духи Pinhaligon's. Второй карман, помада Vivienne Sabon, масло Clarins и помада Clinique. Как вам набор? Меня спрашивали, как я все успеваю, а вот я вам честно скажу, я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что лично я ничего не успеваю, вот буквально... С прошлого влога я так и не успела сделать лутирование. Так что сейчас, пока есть время, я попробую что-то тут понаписать. Мне выходить, по-моему, через 10 минут. HSK ED.